Ростов с Ярославлем ночью проводили, ну как в темноте точнее. Кострома встретила в свету. Кострома знаменитой рекой Волгой. На очень большой мост. Пересекаем. Понимали, примерно все время вот такая вот дорога. Все в снегу. Зима все-таки, наконец-то. Вот, друзья, первая заправка спустя 515 километров. Так, друзья, снимаю сторисы, потому что сети нету, буду постепенно все выкладывать. В общем, едем хорошо, полпути пройдено, Кировская область. Тут так круто, такой хрустящий снежок. И знаете, как отъезжаешь, тем на градус все холоднее и холоднее. Сейчас мы остановились на минус 11 градусов, я чуть поспал и едем дальше. Так что вот такие вот дела. Поехал я в Екатеринбург, ехал через... Точнее, через Кировскую, Костромскую, все эти области. Не поехал через М7, как летом. Решил проверить здесь. Посмотрим. Пока дороги нормальные. Но не чищенные, конечно, но в целом нормальные. Да, либо вы не смотрите мои сторис, либо вы их не видите, но много вопросов почему-то про Субару. Хотя я показывал в сторис, что я ее продал. И продал, кстати, интересному человеку. Прикиньте, он представляет нашу олимпийскую сборную, по-моему, по шорт-треку. Катается, кайфует, вообще рад. При продаже была заморочка. Заморочка заключалась в том, что машина упала в запрет, по-моему, там из-за 200 рублей какая-то такая смешная сумма. В общем, я поймал штраф, я его оплатил, он не оплатился. И человек приехал, который смотрит на машину, смотрит, говорит: Ваня, у тебя тачка в запрете из-за этого штрафа. И я еще раз платил этот же штраф уже через проверенное приложение штраф ПДД. Что вообще получается? Когда я платил первый раз, я думал, что я платил штраф, я законопослушный гражданин. Но есть такая тема, как синхронизация, значит... со всеми базами. Я плачу через сервис, у которого организация со всеми базами, и мой штраф не оплатился. Чем мне это вылилось? Запретом на реагдействие на тачку. Казалось бы, сумма смешная, но я реально там неделю ждал, страдал и думал, быстрее бы все это снялось. Женя, я предлагаю сделать костер дороже. Давай, тащи спички. Бухалка! Короче, приехал. Бухалка, что ты делаешь? Собственно, начали праздновать Новый год. Вот у нас тут салатик, фанта. Короче, с кайфом. Итак, самая легендарная распродажа 2020 уходящего года начинается. А начнем с колес. У нас имеется резина Bridgestone. Так, размер сделана 255-50-19. В таком даже замечательном состоянии, две покрышки. Потом имеется вот такая зима на шипах у нас. Это что? Какой-то Вингандандун. Размерность 205-55-16. Такие тоже две покрышки, вот эти не продаются. Так, потом что, по порядку. Стремянки. Две вот такие стремянки в охранительном состоянии. После чего у нас имеются номера, рамки, спойлеры от Нивы, на всякие жиги, сиденья от Honda Civic с вот такими боковыми вот поддержками, самокаты. Два самоката, полностью исправные. Подушка Land Cruiser целая. Так, здесь у нас чехольчики на айфоны вот новые какие-то, фонарик причем, кстати, даже рабочий. Насос, щеточка для зимы. Это для рамки. Короче, можно номер перевешивать. А сейчас у нас зима, естественно, вы хотите поиграть в бомбинтон. Потом пила, щетка, домкрат какой-то непонятный. Видеорегистратор тоже, кстати, новый. А потом аккумулятор. Тачку заведет, если зарядит. Так ему на самом деле хреновенько. Потом противотуманка правая. Да, по-моему, это правая. От 39-й до рестайлинг. Здесь у нас подвесной подшипник имеется с вот таким номером, сами узнавайте от чего. Здесь вот имеются пыльники новые. Это шаровые от Крузака, тоже новые абсолютно. Вот здесь вот по номерам пробиваете. А потом воздушный
Также вот здесь новый какой-то воздушный фильтр без маркировки. А, нет, с маркировкой. Что-то вот такое вот у нас. Фонарь абсолютно новый, от Гольфа. Вот такой вот он у нас. Волчары. То есть он с разборки, он стоит 1003. Естественно, я все это отдаю просто там вот за какие-то копейки. А, ДМРВ также от Волчары, РБ-25. С таким фильтром. Микрофон, я думаю, вот этот очень даже неплохой. Ребят, я не знаю, здесь много всякого хлама, в том числе вот эти вот реликвии по захвату синдиката, вот такие артефакты, вот это все столы, вот этот стол, это все тоже можете забить. По цене, естественно, мне интересно, чтобы все это забрал один человек, чем можно быстрее, тем лучше. Я не знаю почему, но это очень смешно. Короче, первые клиенты, пацаны у меня забрали, получается, что, самокат вы забрали? Да, два самоката. Микрофон пацаны забрали. И в подарок получили картину с 38-й бэхой. Так, вот парень у нас забрал дамкрат, получается, ты забрал тент, и еще в подарок рамочки все отдал тебе. Кстати, тоже BMW, вот. Да. Приятно. Итак, за фонарем у нас едут. А, так, что здесь? За этим больше ничем не едут. Сиденье человек хотел купить, но слился, поэтому кто по ним писал, напишите еще раз, пожалуйста. Вот это все еще лежит, подушка тоже у нас осталась. Стремянка вот за это едут. Вот это еще ищет нового владельца пока что. Стол уже забрали один. Вот этот столик еще остался у нас. И всякое, вот это, всякое хламье просто в нагрузку еще забирайте, по-братски, пожалуйста. За резиной тоже едут. Вот за вот этой вот зимой. Вот это вот от шестерки моей еще в продаже 19-е. Итак, пацаны, что забрали у меня? Колесики 19-е забрали, в подарок еще получили фильтр. По-моему, от их икса как раз таки. Да. Ну ничего, проверите на замене. Так, осталось у нас вот это вот. По фонарю хотели приехать, но так что-то и нету. Фильтр, все дела, вот это вот. Есть аккумулятор, сиденья. Стремянки обе. Обе. Пацаны, в 12 гараж закрывается, в принципе, все почти продано. Заберите кто-нибудь сиденье от Цивика, хоть за сколько-нибудь. Это все лучше, чем ваше сиденье в Жигах. Столик, столик, вообще булочка. Я не знаю, от вас... Все, в принципе, все остальное. Распродажа окончена, я могу ехать домой в тепло. Я замерз, как скотина. Друзья, ну и самый часто задаваемый вопрос, который я сейчас вижу, это сколько же расход по трассе? Так вот, смотрите, это вот сейчас машина стояла целый полтора часа молотила, 10,8, а так 10,1 был в среднем расходе. Идет уверенно, чем X, конечно же, лучше. Он мягче, комфортнее, но X в плане рулежки не лучше. X в плане рулежки лучше, а этот в основном плане. Вот, друзья, минус 12 за бортом, Кировская область. Сейчас стоим, покушала машина, теперь покушаю я. А, да, перепугал я вас, конечно, что дизель холодный. Нет, дизель вообще не холодный. Едешь в салоне, жарко. И он только прогревается долго. Чуть-чуть. А так, дизель не холодный. Кто думал брать, смело бери. Иногда еще и с приоткрытым люком еду, чтобы этот не жарко было. Так что дизель теплый. Вот, сколько он сейчас стоял, температура не падает. Ну вот, друзья, после долгих километров осталось там у нас, получается, 650. Каша сменилась на асфальт. И такие приключения встречаются. Смотрите, как его шалтай-болтай на прицепе тащит. Кировец в Кировской области почти. Ну вот, друзья, осталось понты. Ха! Минус 17.